Екатеринбург. Путинские менты спокойно сидят в машине, наблюдают и комментируют, как на улице убивают человека. Ой, ну, не видно, не черт, я ой, что? Что ты куда тут? Она разогнать? Да не на ничего разгонять, что это наша проблема? Гена. А за что, Гена? Человека убивают. Это не наша проблема. Наша проблема – по 5000 рублей срубить, если человек вышел на улицу без маски. И ногами пинать людей в живот, те, которые выходят на митинги. Какой адрес? Какой? Скажите, я хотел полицию звонить. Помогите, так все в крови. Кто это? Кто это, не понял? Кто это? Да показывал, типа, вон же дерутся, стоит. Он тут на походу конкретно. Слышишь? Угу. А? Наверное? Чего там? Сейчас подбежит. Не смотри на него, просто сиди здесь. Человека убивают. Не смотри на него. Просто сиди здесь. Мы полиция. Это не наше дело. Мы на маяка стоят. Да пошел ты, машу. Не подъезжай туда. Да не подъезжай туда. Че ты, у нас все равно обед скоро. От Навальный напишут на асфальте. Тогда и поедем. Вызовите скорую. А что там случилось? Быстрее. Так вы что, не можете позвонить 03, что ли? Так мы звоним. Ну так звоните, что? Что проблема? Че, я за вас, что ли, скорую должен вызывать в своем уме, а?